инженер-конструктор Минского тракторного завода Рындзевич Дмитрий Станиславович. Минский тракторный завод принимает участие в городе Витебске в выставке, приуроченной ко Дню машиностроителя. Минский тракторный завод является одним из флагманов машиностроения Республики Беларусь. Мы занимаемся выпуском тракторной техники мощностью от 9 лошадиных сил в этом мотоблоке, заканчивая энергонасыщенными тракторами мощностью 350 лошадиных сил. Самым таким интересным экземпляром на выставке является наш беспилотный трактор. Это опытный образец, который полностью автономно может выполнять различные работы. От имени Минского тракторного завода хочется поздравить всех жителей Республики Беларусь, а также витебчан с Днем машиностроителя. Всех с праздником! Мотор 342 под комплектацией М3, многофункциональная машина, очень хорошо себя зарекомендовала в сельском хозяйстве, в коммунальном хозяйстве. Самая знаменитая машина Амкадвор 352S-02, очень давно на рынке, покупатель ей доволен. Беларусь, это мы. Вместе, как было веками, вместе, с семьей и друзьями.